Научно-производственное объединение по производству редких металлов и твердых сплавов – одно из подразделений Алмалыкского горно-металлургического комбината. В его цехах ведется производство вольфрамовой и молибденовой продукции в виде оксидов, порошков, штабиков и брикетов для легирования чугунов и сталей. Все производственные процессы требуют строгого соблюдения требований охраны труда и техники безопасности, норм пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, различных инструкций по проведению технологических процессов и многого другого. Любое отклонение от правил или чрезвычайно ситуация природного или техногенного характера может привести к технологическим авариям, представляющим угрозу жизни и здоровью работников предприятия. В связи с этим важно уметь быстро и грамотно действовать при возникновении любой чрезвычайной ситуации. Эти навыки отрабатываются в ходе тактико-специальных учений. Одно из них состоялось 30 ноября. Согласно легенде, в гидрометаллургическом цехе производства полуфабрикатов вольфрама произошла технологическая авария, в результате которой сорвались задвижки с емкости с аммиаком, произошла разгерметизация емкостей. Условная утечка аммиака вызвала условное отравление двух работников цеха. Таким образом, в ходе учения отрабатывались навыки оперативного оповещения всех ответственных лиц о технологической аварии, действия разведотряда, определяющего при помощи специального оборудования уровень концентрации отравляющего газа в воздухе цеха, навыки газоспасательного отряда по осаждению аммиачного облака при помощи водяной завесы. Также в ходе учения отрабатывались способы эвакуации пострадавших в безопасное место, оказание им первой помощи. Кроме того, были проведены эвакуация людей, остальных работников цеха в безопасное место и обработка их спецодежды от паров аммиака. И, конечно, отрабатывались навыки ликвидации аварии. В учениях принимали участие добровольное формирование гражданской защиты, научно-производственное объединение по производству редких металлов и твердых сплавов, специалисты ведомства механизированной охраны АГМК, медицинской службы, спасательных отрядов ЧС города Черчака и другие ответственные лица. Напомним, аммиак опасен тем, что, попадая в дыхательные пути, он может вызвать отек легких и тяжелое поражение нервной системы. Поэтому во избежание трагических последствий важно действовать четко, слаженно и совместно с персоналом предприятий. Кроме того, для спасателей городских служб это возможность изучить объект, его особенности, подъездные пути, источники водоснабжения, определить расстановку сил и средств для того, чтобы в реальной обстановке работать быстро и оперативно. Особенно, когда при выбросе опасных химических веществ счет может идти на минуты. Подводя итоги, организаторы отметили, что все участники учений слаженно отработали практические мероприятия по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне условной чрезвычайной ситуации.